Большое спасибо, что посмотрели до этого момента. Я бы хотел объяснить, почему на канале не так часто сейчас выходят ролики. Дело в том, что я уже давным-давно готовлю для вас новый проект. И этот проект требует колоссально большого количества времени на его реализацию. Я этим сейчас занимаюсь не первый месяц, не первые полгода. Порой не хватает даже времени просто на одну заброшку съездить, не то чтобы в путешествие. К этому лету я хочу завершить подготовку и начать уже новый проект, о котором вы, конечно же, узнаете. Делаю это я для вас. Также будут путешествия, также будут заброшки и также будут стримы. Большое спасибо, что поддерживаете. Большое спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии, поддерживаете мой канал. Всем удачи и всем пока.